ходе атаки погибло 22 морских пехотинца. У нас не хватает ресурсов для ухода за всеми ранеными. Даже если контролируемая Чаном акватория осталась позади, доктор, это еще не конец. Все нужны нам живыми и готовыми к бою. Насчет могильщика, сэр. Среди погибших их нет. Вот, блядь. Ну что же, ладно. Что еще? Если их поймали, каковы шансы? Если их схватил Чан, то вряд ли мы когда-нибудь еще увидим. Хорошее место для тюрьмы. Будьте осторожны. После тебя? Конечно, муж. Ирландец, я на вашей стороне. Ну, конечно. Не засирай мне мозги. Если бы я не взяла вас в плен в Сингапуре, мы бы все погибли. А Бак? Как же Бак? Ты его тоже спасла? Патруль, впереди у башни. Пригнитесь, бежим! Нет. От укрытия к укрытию. Хорошее место для тюрьмы. Будьте осторожны. Возле тебя? Конечно, буду. Ирландец. Пригнитесь, бежим! Нет. От укрытия к укрытию. Ловите! Надо двигаться вперед!
циклона! Все в укрытие! Все в укрытие! У них гранатометы!
места. Вон там вагон. Бежим! Свобода! Мы как селедки в почке. Есть идея получше, ирландец. И говорила, что Дзиндзе не погиб. Чан пробовал его убить, но не вышло. Теперь он на борту Валькирии. Твой так называемый муж, что ли? Да, это был план ЦРУ. Если Чан узнает, где он, будущее Китая будет под угрозой. Да пропади этот Китай. Под угрозой будут все на борту нашего корабля. С этим мы ничего не поделаем, друг мой. Ты кто, блядь, такой? Это что, блядь, за чувак? Это тоже часть гребаного плана? Вертолет! Летит сюда! Я выживу. Русский чувак погиб. По крайней мере, он умер свободным. Подъем. Нам предстоит долгий путь. Проверка систем. Есть короткие волны, сэр. Будем держаться вместе, не умрем. Ну, сука, и колымага! Села за руль. Нет, Хана, я справлюсь. Я вперед перелезу. Без еды и воды мы долго не протянем. Посматривай назад, Рэкер. А далеко до этой чертовой авиабазы? Ты точно в порядке, дедушка? Почему ты не можешь мне просто довериться, ирландец? Да хорош уже. Я ни хрена о тебе не знаю. И вообще, ты за что сражаешься? Знаешь, забудь. Да ну, а ты попробуй. Я познакомила Дзиндзе со своими родителями, братьями и сестрами, и их детьми. Я хотела, чтобы у них была надежда. На следующий день пришли войска Чана и сожгли деревню. Их всех убили. Постой. О, похоже, теперь моя очередь удивляться. Слушай, Ханна, мне шо? Доверие надо заслужить, ирландец. Вот дерьмо! Шоп-шоп-шоп! Русские! Думаешь, они нас заметили? Не шевелись, и все будет в порядке. Это, по-твоему, в порядке, Хана? Нужно сваливать отсюда, их слишком много. Тихо, морпех! Давай, давай, пошли вперед! Все чисто, у нас 3 минуты. Это что, наблюдательный пункт? Да, давайте, надо уходить. Вы нас чуть не засветили. Смотрю, вы морпехи. Отряд могильщик, 7-я флотилия. Да? Сам-то откуда? Бруклин, восточный флетбуш. Школа Тилдена, Ливенгейт? Джордж Вестингаус. Правда? Да ладно, мой брат туда ходил, а у отца ресторан в Браусвилле. А с тобой кто? Рейкер, командир отряда. Китаянка-разведчик и просто хороший человек. Как добраться до авиабазы? Только чудом. Дайте я вам покажу, с чем вы имеете дело. Тут повсюду русские.
Мы потеряли авиабазу, и нас оттеснили к старому городу. Нам нужен транспорт на запад. Где ваш командир? В старом городе, если пробьетесь. В километре на восток. Ориентируйтесь на голубой купол и найдите майора Гринланд. Ее вы не пропустите. Эй, установите связь с Гринланд и сообщите ей. Да, сэр. Лучше выхода нет? Так точно. У вас в машине осталось что-то, что вы не хотели бы отдавать русским? Разве что их интересует грязь. Рекер, так? Когда это закончится, сходите всем отрядом в ресторан моего отца. Горячие пирожки малины. Лучше импанада с курицей. Ну что, морпехи, готовы? Сжигаем все и исчезаем отсюда. Давайте! Лучшая импанада с курицей в городе. Черт, как я есть хочу. Старый город далеко, и это все вражеская территория. Бронетехника! Ложись! Ложись! Рекер! ПТРК на крыше! Не обойти! Придется пройти через ворота с той стороны. Гребаные русские помогают Чану. Наши данные подтвердились. Берись от этой бенты!
Сворачивай! Будем набирать с фланга! Еще раз можешь? Мы прикроем! Бронетехника. Ложись! Ложись! Брака! Прикроем!
Подняться выше! Трекер, уходи оттуда!
вижу их! Вижу! Веду огонь! Come on.
Веду огонь! Thank you.
США в старом городе. Thank you.
через мост. Пошли. Посмотрим, будьте 13 Гринленд. Могильщик, так? Спасибо за поддержку. Нет проблем, Морфей. Рад помочь. Проход свободен. Могильщик, майор Гринленд вас ждет. Мне насрать, что вы должны делать. Просто делайте. Тут никто не спал и не ел уже 3 дня. Это вы, могильщик? Да, мэм. У нас полчаса, пока русские не вернулись. Все должны получить еду. Я пришлю ребят, чтобы распределить ЕРП. Индивидуальные рационы питания. Понятно? Идите. Майор, я... А вы за ним. Похоже, мы нашли Гриннад. Пошли, Рэкер. Почему вы все еще здесь? Если коротко, мэм, то мы оказались в тылу противника. Если бы мы вернулись на наш корабль. Если бы докобы, да во рту росли грибы. Наша Валькирия, наверное, уже в Красном море. Охренеть! Вы что, за борт свалились? Где мой кофе? Мэм, нам непременно нужно найти транспорт на запад. 3 дня назад на наш аэродром приперлись русские. Другие наземные части вот-вот будут здесь. Пути снабжения нам перерезали, и в 12 раз больше, чем нас. Поэтому, к сожалению, я помочь ничем не смогу. Положите, а не то разнесете все вокруг. Насколько русские сильны в воздухе? Недосягаемы. Берег под плотиной прикрывают зенитки. Защищены они отлично. Зенитные комплексы под плотиной? А мы здесь. На высоте. Все наши части на высоте, как и аэродром. Из гражданских кто-то остался? Всех эвакуировали, сержант. Гражданских нет. Да, точно. Город пуст. Что вы предлагаете? Я ничего не предлагаю, майор. Немного разочарован, что вы не можете нам помочь. Но мы будем рады перевести вашу взрывчатку в определенное место, если у вас еще осталось. Перевести можно.
Только верните машину обратно. Рабочие рации тоже есть, если хотите поддерживать связь. Друг с другом. Не со мной. Ничего не хочу знать, пока ваша безумная затея не удастся. Будет вам тогда транспорт на запад. Спасибо, майор. Присматривай за взрывчаткой. Я за руль. Я не уверена, что это хорошая идея. Я убежден, что хуже идеи быть не может. Поездка туда не из коротких. Рейкер, выглядишь погано. Приляг и отдохни. Разбужу, как подъедем к дамбе.